вами до и после, и мы с Чесноком пришли на последний в этом году блокбастер. Он же последний, да? Наверное. Вот, на последнем этом году блокбастер «Хоббит. Пустошь Смога». Вторая часть трилогии экранизации Питера Джексона по книге Джоэля, в общем, Толкина. Вот, по книгам Толкина «Хоббит» по одной, книге «Три кины». Вот, кстати, сама книга. Обратите внимание на ее толщину. Вот по такой маленькой книжечке Петя Джексон снял «Три кины». Ну, пока две, третью делает. Вот. Первую мы уже видели, сейчас достанем вторую. Чего от нее ждать? Ну, понимаете, в первом кине было много левого, чего здесь вообще нет. Например, обдолбанный грибами Радагаст, который передвигается по лесу на гончих кроликах. Так что чего ожидать еще от воображения Джексона, я даже не знаю. Ну, надеюсь, будет хотя бы то, что есть в книге. Ну и что-то еще из воображения Пети. Вот. Ну, на этом пока все. Да, встретимся после «Хоббита». Пока. Привет, это до и после. Мы посмотрели «Хоббита. Пустошь Смога». Ну, в целом, фильм понравился. Ну, конечно, Джексон много отсебятины вылил. Даже больше, чем в первой части. Очень много. Очень-очень много. Он появились персонажи, которых не было вообще у Толкина. Появились персонажи, которых не было в «Хоббите» у Толкина, но встречались в других книгах. Короче, фильм неоднозначный, но в любом случае хороший. Всем советую смотреть. Вот. Ну и на этом все. Ждем третью часть ровно через год. Чеснок, не помнишь, как она называется? Не, не помню. Хреново. Ладно, увидимся. Когда увидимся? Когда-нибудь. Короче, увидимся в этом году. Не знаю, может будем, может нет. В общем, пока.